Одна из основных, но при этом самых непростых задач для любого современного медучреждения – создание комфортных условий для посетителей. К амбулатории в поселке Горки-10 прикреплено около 10 тысяч взрослых и 1500 детей. И нужно, чтобы каждому из них было удобно. В рамках партийного проекта «Здоровое будущее» из фонда депутата Мособлдумы Дмитрия Голубкова были выделены средства на оборудование гардеробной и приобретение современной мебели для зоны ожидания. Парламентарий побывал в медицинском учреждении, внимательно осмотрел помещение и высоко оценил качество проведенных работ. После инспекции в амбулатории единорос посетил школу поселка Горки-10, чтобы увидеть, как используются в учебном процессе интерактивные доски, приобретенные по просьбе родителей по проекту «Новая школа». С большим интересом Дмитрий Голубков знакомился с возможностями Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», созданного в школе. Он смастерил деталь для канделябра, пообщался с детьми на английском языке, решил уравнение с одной неизвестной. Сейчас мы прошли по несколько классов, посмотрели, как идет учебный процесс, как работают технологии, они, которые приходят в нашу жизнь, они должны помогать учебному процессу, более лучшему усвоению материала. И, соответственно, школьники наши должны усваивать больше, лучше, то есть, и получать самые, то есть, лучшие методы обучения. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».